Красиво, красиво. Наталья где? Не вижу. Константин Борисович, да я тоже живой. Все желающие зашли. Всегда есть санитарные потери. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище владик, и жизни подателю, приди, вселися в них, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, милости буди к нам. Благослови наше собрание. Тебе же слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Я специально сказал, там объявление сделал, что будет общее собрание, общины нашей, отчетно-перевыборное, как оно называется, по-старому, по-советскому. Чтобы те, которые уже ушли, тоже слышали. Ну и всем нужно, кто не присутствует сегодня на собрании, кто сегодня на богослужении не был, надо всем сказать, чтобы готовились к собранию. У кого есть что сказать, готовьтесь заранее, чтобы это не было экспромтом, а... обоснованно. Вот я считаю так. Мы должны жить лучше, по-другому. Ходить на субботу на службу ходить должны. Я так считаю, да? Вот кто так считает, тот выскажется. А кто по-другому считает, что можно и увильнуть, и не сходить. Напоминаю, что, что литургия начинается в субботу. Поставьте себе рубеж. По себе знаю, что это бывает непросто. Отставить этот рубеж. Он всегда будет находить тебе причины очень и очень важные. Жизненно необходимые. Просто вот ни в какую нельзя сходить на службу вечером. Даже теперь, когда батюшка приезжает, обычно на батюшку ходили все побольше. Теперь уже и на батюшку. Как бы стороной. Не реагирует. Не реагирует. Привыкли. Не примите это за начетчество. Я по себе знаю, что это сложно. Бывает преодолеть свои суетные наши земные дела. Ну, как всегда, о болящих вспомним, которые еще здесь с нами. Ну, все болеют. Детки у нас, вот Акелина и Аполлинария, за них молиться. Так все, в общем, те же больные. Но Игорь у нас. Ну, за Игоря, вроде она уже в школу даже помолитесь. Ходила. У него плохое состояние. У кого? У Игоря. Третьякова. Болеет. Он хоть и работает, но он болеет. Молитесь за него. Спина, и да? Да, Юля позвонила, что она сегодня пошла в другой там храм. Вот. Отрабатывать. Все наши эти болящие. Я хотела просто, это звонила Нина у нас,
Какая? Понятно. Александровна. Жене Жолнирова звонила, поклон всем передавала, и Свечникова Нина звонила, тоже всем поклон передавала. Ну, нормально, ходит в храм, все вроде бы нормально. Какие мы говорим? Все прячет. Ну все. Ну, за Олю не забывайте молиться, ее нет с нами, брата. Виктора Савченко, сестра. А Ольга? Да, за Ольгу. Помогите. Молитесь, потому что вот сейчас у нее результат должен прийти, неизвестно там что. Вот. Ну, а так наши все вот больные, те же все. Хоть всех перечисляй нас. Ну, брата Сергия из Воронежа, помните? Всегда его маму Татьяну. Простите меня, опять я его не записала. Помните, всегда его помните. Молитву отнесите на крыльях молитву нашу. Я вот собираюсь поехать в Москву, поэтому, может быть, Бог даст и свидеться, и поеду к нему еще навещу его. Думаю, что эта поездка будет последней. И поехать уже больше я не поеду. А когда так поедете? Что... Я уже говорил, что поеду я 20 ноября. С 20 ноября по 17 декабря. Да. Вот. Никита возвращается завтра из первой вахты, так что молитесь, что завтра у него рано его отправят до Благовещенска на Амуре, оттуда самолетом до Новосибирска, из Новосибирска автобусом сюда. Путь такой длинный, сложный, погодные условия всякие могут быть. Вот. Да. Я немного хочу уточнить по болящим. Не знаю, насколько у кого из нас, Татьяна Кузьмична, свежие сведения. Я позавчера разговаривала с Юлей. Она сказала, что Игорь, он мнительный человек, он что-то почувствовал, напугался, но сдал все анализы, все анализы у него чистые. Поэтому... У него очень болит спина. Да, а спина у него болит. Спина у него болит, но, как Юля говорит, у него это семейное, там, слабое, вкусно. Со спиной у него, да. Теперь я прошу ваших молитв за Леонидушку. Она сегодня весь день будет путешествовать и к ночи только вернется, там часам к 10:30. Они там с музыкальной школой поехали в Новосибирск. Конкурс какой-то у них там. Даже вот не скажу, какой конкурс. Всем своим ансамблем, в общем, поехали. Сохрани, вот. Помилуй, защити, Господи. А завтра и послезавтра, понедельник и вторник, всей семьей мы поедем к родителям. Тоже прошу ваших молитв. Вы честно, помоги им, Господи. Да, брат. Хотел поблагодарить всех, кто молился за меня. Молились. Я с очередной вахты тоже приехал. 30-й, поэтому сейчас здесь буду с вами. Постараюсь субботу не нарушать. Субботу вообще никого нету, конечно, это горько очень. Смотрите. Александра Михайловна, пожалуйста. Братья и сестры, благодарю вас за вашу молитву. Я болела, и вот настолько я почувствовала, как бы 2 дня сильно мне было плохо, а потом прям как-то сразу все хорошо, да слава тебе, Господи. Потом немножко снова. А в воскресенье посетили меня сестрички. Они мне дали второе дыхание. Настолько было приятно, хорошо. Слава тебе, Господи, что мы все есть и молимся друг за друга. Аллилуйя, это так. Я прибыла к нам на зимние квартиры. Зимние каникулы. Слово. Простите, я еще напомню, что 5 ноября. Громче. 5 ноября родительская суббота, день епископа называется. Так, еще объявления, просьбы, благодарности. Игорь Тихонович, вам слово. Сказали, что батюшка приехал. И в интернете выставляют. Вот ездит он паломничает. Он не паломничает. Он героин развозит отсюда, по стране. То есть никакой меры, безумия нет никакого. Батюшка героин развозит по разным обществам и прочее. Там Петров какой. То есть чаще исповедуйся, чаще причащайся. И там будет легион жить.
Уж про нас не надо говорить. А если у меня не живут, а там и все гомосексуалисты, и тут наслаждаемся друг другом. Никита, Володя и я. Никакой ни меры, ничего нет. Даже врать и то, хоть что-то маленько выпало. То есть это безумие. Поэтому не допускайте малейшей лжи нигде. Никак. Сказали, что будет собрание. У кого знакомые, из которых нет сегодня, члены общины, им позвоните, чтобы постарались приехать. Быть. И сами подумайте, какие у вас будут предложения, даже вы не члены церковно-приходского совета. Что бы хотели, чтобы у нас изменилось? А то мы привыкли, может, в своем соку товаримся и не замечаем, что... А со стороны-то оно, может быть, и видно. Что-то надо внести и изменить. Мы думаем, что у нас константа вполне нас удовлетворяет. А надо кое-где, может быть, изменить. Мы регулярно подчищаем, видим, где нарушает устав, придерживаемся, ну... Там хотел узнать, сколько человек в коридоре, кто не гляньте. Попросите, чтобы они зашли. Им очень полезно быть здесь. Подвиньтесь сюда, сестры. Подвиньтесь, чтобы они сели. И кто там детьми занимается? Пригласи их сюда. Взрослые, которые... Проходите, место есть. Проходите. Там только одна Лена. Я как-то вам говорил, что на лето уезжают ребятишки, играют и больше, ну, кто-то занимается, а как правило, нет. Еврейские дети не так воспитываются. У них есть цель. И к этой цели дедушка, бабушка их день и ночь побуждают. Даже игра, в игре и то они учатся. И не просто говорят, что ты должен быть инженером. Они ему говорят, тебе управлять миром. Мы даже не знаем, с кем живем рядом. Вы знаете, у нас Фаина Соломона была. Она говорит, вы за 2000 лет можете назвать хотя бы одного еврея неграмотного? Понятно? Такой вопрос может задать человек, который точно знает, что не было ни одного, иначе бы она не задавала его. Он совсем рождается, бывает такой, как попорченный человек. Ну, бывает там, да, он разный. Они его будут тащить из последних сил. И он все равно будет читать, и обои будет наклеивать. И люди будут благодарны. Просто обратите внимание, дети, многие ли знают иностранный язык? Иностранный? Я не говорю пять, но один хотя бы иностранный язык. Сегодня как международный язык английский. Ну и когда-то в школах учили, но был только немецкий. Во время войны английский я не знаю, где был, там не был. Сегодня изучают китайский. Все больше и больше китайский начинают. Почему? Обстановка показывает. Петр Мамонов говорит, учить сына нужно сегодня, чтобы на китайских, на нашей территории нефтевышках там были, работали. Они работать с ними будут. Над нами будут другие командиры. Это сегодня буквально все говорят. Такое небрежение. Вот один случай недавно у меня был, конкретно, я видел сам. Человек получает майку. Взрослый, 82 года. Православный христианин, настоящий православный, он и пьет, и курит, и матерится. То есть стопроцентный православный. Он пойдет, любит Осипова, все прощается, он снова пьет, курит, и никак не может выйти из этого. И вот там где-то в каком-то городе это все, уж я стараюсь как-то завуалировать, чтобы меньше обиды-то было-то. И прислали майку, он ее надел. А что написано-то не знает. И кто-то говорит, да это как он, на английском, а другой говорит, а я учил немецкий, там это их бин, то есть я есть. А кто есть, кто я есть, это значит там следующее слово должно быть подлежащее, несказуемое. Он не знает. А там написано, я вот сейчас вам прочитаю, чтобы вы когда... Их бин шайса. Ну и надо две С, у них большая такая, видите, буквы нашей Б рисуется. Не знают. Один говорит, это шесть, наверное, ошибка, может быть, стрелять. Но тогда он стрелок. Да нет, на майке как стрелок? Кому она попадется? Не знает. А кто-то говорит, немецкий язык Игнатий Тихонович знает. А другой говорит, да что он уже знает, он все уже забыл, когда было. И совершенно правильно. 55 лет назад я проповедь говорил на немецком языке в немецком собрании. Значит, это уже я не два слова знал-то. Но и ничего, 55 лет я не касаюсь его. Но тут посмотрел, ну, много слов, которые каким-то образом сохраняются. Я даже не поверил. Вчера попросил меня одного брата нашего,
связаться с Алтайским государственным университетом. Это глава гуманитарии нашего региона. И там есть человек, нам знакомый, который уже много лет, много преподает немецкий язык. Ездит в Германию и прочее. Ну, я взял и просчитал, что это. Вижу, человек верующий смутился. Знаете, это... Я думаю, неужели он уже это не знает? Это такое... Ну, это, как сказать, навоз. То есть я навоз. Я говорю, а почему ты смущаешься? Ты говори до конца, что... Да, это вот, это более как круто сказано. Я говорю, в словаре написано так. Дерьмо, запятая, говно. Словарь не боится этого слова. Чего вы боитесь-то? Каждый день с этим общение имеете и начинаете прятаться от этого. Понятно? И он показывает. Я говорю, напоминаю, меня вывело на один случай. Английская приехала туристка, и там она где-то ночевала в гостиной. Ей майки там продают. И она купила. Ну, иероглифы вообще не знают. И она вышла, понравилась, майка хорошая. А ребятишки во дворе увидели и хохочут пальцем на нее. Она видит, что-то смеются прямо над ней. Она вернулась назад, а что написано? Да это, знаете, это... Ну, вы обидитесь. Ну, конкретно. Вот я расфуфыренная дура. И ребятишки-то считают по-китайски. Расфуфыренная дура вышла-то. А здесь надпись четко, ясно, а внизу рука пальцем показывает. И второе предложение написать. Добис шульт. Я перевел, нашел, но не поверил. Я говорю, что такое шульт-то? Ну, это знаете, я говорю, это многогранное значение имеет. Так, это означает вина, долг. Он показывает пальцем, говорит, ты виноватый, что я говно. Понятно? На майке написано. Теперь как человеку тому сказать? Мне говорят, я знаю, могу сказать. Я говорю, как бы не обидеть его. Он ролик будет слушать, он все равно найдет. То есть выйти, вот 82 года, человек пьет, курит, матерится, то он как будто, это не случайно майку эту надет, это твоя цена, это твое значение. И она мне говорит, очень хорошая, так учите детей иностранным языкам. Извлечем из этого полезное зерно. А то не в такой, говорит, попадешь просак, что и не вылезешь оттуда. Вы знаете, самое у нас нехорошее качество, где вот встречается, это обида. Обида вообще не христианское, это даже слово значение. Человек отвергся себя. Первый шаг следования за Христом. Отвергнись себя, запятая, возьми крест, следуй за мной. Себя, ты сначала узнай, напиши, кто я. И напиши, я такой-то, вот так-то реагирую, вот так-то работаю, так-то встаю, так-то ем. Ну, узнай, кто ты. Потому что в среднем статистическим, если у нас 100% Бог нагрузил нас, и мы учились, то человек в жизни использует только 3-4%. 96% невостребованы, мы их не коснулись, не развили, и они нам не нужны. Не спросятся на суде Божьем за закопанные таланты. Почему евреи все время стараются... Почему-то разные там артисты, ну, в этой отрасли они работают. Какой не посмотришь, русская фамилия, считаю. Дальше, артист сегодня самый, не, да, артист. Дольше всех он на сцене побыл, ему 102 года и попал в больницу. 102 года сейчас, старейший. Еврей? Под русскими разными фамилиями. Евреи почему? Ну, друг друга проталкивают, это один разговор, а другое дело, они учатся. Нужно отдать должное. И учатся очень хорошо. Не обижаться. Вот такой фильм Никиты Михалкова «12». Он там который главный ведет роль, еврей. Но в процессе беседы там тоже еврей сидит. И он пошел в туалет, долго не было. А что ты там был-то? Задумался то другое. Ну, это еврейские штучки. Ну, правильно говорит. Но у евреев есть, говорит, отдельное качество. Мы умеем задумываться. Не только в туалете. Мы умеем задумываться о прошлом, чтобы начертать путь в будущее. Обида. Маленькое замечание только сделали. Я прошлое воскресенье с одной душой тут беседовал. Один брат, я не знаю, как было, я их обоих сведу, уже договорился. Но сегодня нету той души второй. Что у них было, не знаю. Они все, когда соберутся, скажут. Она не может простить, он сказал ей два слова. Может, что-то нецензурное, нет? Она говорит, он мне сказал, ты мадам ку-ку. Я говорю, давай, слово мадам, это женщина, ничего. А ку-ку что? Ку-ку это кукушка бросила своих детей. Ты не бросала, у тебя детей не было.
Как можно на это обидеться? Обидеться так, что он должен на колени прийти теперь, встать передо мной. Да какие вы верующие, теперь вся община уже не такая. Я в ужас пришел. Я говорю, мы сколько с тобой знакомы? Она подумала, 35 лет. 35 лет ты с нами знаешь, ты какая была, такая ты осталась. Ни на шаг не изменяется. Почему? Свое «я» все заполонило, и оно не дает проходу. И обязательно самооправдание. Твое «я» живое, самое маленькое, сразу строчит пулемет. Я не такой, да что ты сказал, зачем сказал, не тем голосом, не той интонацией. Ты умер. Павел говорит, для меня мир умер, и я для мира. Вот инок один спрашивает, наставник, а что такое отречься себя? Он говорит, мы где находимся? Он говорит, на кладбище. Урок проходит. А это что? Ну, это знатному человеку памятник. Вот иди сейчас и говори ему самое плохое, что ты знаешь. А он молчун, там учат молчать. А тут из него прорвалось. Ну, он долго-то молчал, там накопилось у него, всю резьбу срывает. Он подошел, ты, гад, паразит, ты, змей, скольких ты людей обидел, прочитал краевой прокурор. Эх, скольких ты пустил по миру, взятки брал, суды неправильные делают, сволочь паршивая. Закопали тебя, да чтоб ты сгнил, да никогда тут... Ну и все, что мог, он сказал, наставник-то не слышит. А у него лексикон еще все весь прежний, он выложил все. Пришел, ну и что? Молчит. А теперь иди говори самое хорошее. Он начал говорить. Земля тысячелетия раз одного такое рожает, такого. Ты как Наполеон. Ты такой мудрый и начинает. Все, что знает. И Эйнштейн. Вернулся, что молчит. О чем Пушкин писал? Что приемлемо равнодушно, не оспаривай глупца. Если он сделал тебе замечание, и ты не мог сообразить правильно, нет, помолчи. Если правильно сказал, скажи, наконец-то хоть я увидел себя, неправильно, за намерение поцелуй его. Нет, я не такой. Но другое дело, когда касается проповеди, тебя вышибают, и от этого страдает тысячи людей, может быть. Тут необходимо встать и сказать, святые отцы не терпели. Они доказывали, как святой Агафон. Все, ты блудник, согласился. Монахи видят, не прошел номер. Ты... Убийца. Он опять согласился. Они отошли посоветоваться, испытать решили его. Ты вор, ты все живешь на казенном. Братья, он заплакал, говорит, вы все узнали, вам Бог открыл это. Тогда подошли, говорит, давай назовем еретиком. Подошли. Оказалось, ты Агафон и еретик. Я? Я нет. Сохрани Бог. Сохрани Бог. А как же ты согласился? Ты к женщине-то доступа не имел. Ну, во сне как-то видел, я и такая красивая там обнимал, проще. И он себя корит всю жизнь за это. А там на брата подумал, обиделся, а не надеющий брата, человек-убийца. И он нашел везде, у Бога воровал время, там что-то не додал, не доел. Это слабость природы. А еретик это добровольно презрел все наследие церкви и пошел куда. Я просто попутно хочу настроить. Поднимите руки, кто у нас здесь есть жены, у которых есть мужья? Так, я посчитаю сейчас. Повыше поднимите. Выше. Так, раз, здесь два, нет. Три, четыре, пять. Ну, наверное, там еще кто-то есть. Там в коридоре одна. Две в коридоре. Шесть. Вот жены, которые были замужем и... Потеряли мужа, умерли, что поднимите руку, хоть примерно будем знать, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь до шесть, уже 14, уже имели опыт семейной жизни. Но вы знаете, какое качество у жены, самое главное это? Ну, послушание. Послушание и молчание. Целомудрие и стыдливость. Не оговаривались с мужем? Чего стращишь-то? Самый голос ваш сварливый такой, видно, что у колодца с кем-то спорила. Так вот, запомните хорошенько. Павел говорит, вот меня здесь нету. Апостол Павел говорит, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Но, кто знает дальше, что? Что дальше? Не учить, не властвовать, но? Быть в безмолвии. В безмолвии. Иоанн Златоуст говорит, вышла замуж, превратись в камень. Говорливая. Это касается вот этих маленьких. Научите их молчать. Когда муж идет с работы, я слышал, как одна мусульманка выступала и говорила, он приходит, он зарабатывает, он там устал, там его. И мы его как встречаем? Ты встречаешь его улыбкой и объятиями. Это она среди своих мусульманок там учит. Нам это полезно? Попробуй заставить молчать. Самооправдание фонтаном идет.
день, два, три, это еще есть надежда. Но если 50 с лишним лет, то надежды уже никакой нет. Я говорю про себя, чтобы мне помогли, помолились. Моя половина нуждается в этом. Я прилагал разные уже лекарства. И одно из лекарств у меня такое было. Любовь Николаевна, где она здесь? Вот она, и голубушка. Она тут немножко жила. И как только начинает после утреннего моления разговаривать что-то, кто-то, Любовь Николаевна, сразу за руку не надо. И все, и оно уже сразу пошло, а сейчас нет никак. Вчера я получаю письмо. Одна душа просится к нам в общину. Она приняла крещение. В прошлом году, она говорит, я закончила институт. Была отделенных баптистов. То есть это в очень хорошем месте. Но, приняв православие, я, говорит, стала искать евангельских православных. Необычное словосочетание. И, наконец, я ее нашла. Она приняла у нас крещение. Я хочу быть в общине, хочу жить у вас. И хочу жить, о ком я говорю. Это мне Бог посылает лекарство. Помолиться, чтобы было. Я уж сегодня там провел оперативное совещание вдвоем. Чтобы пожалеть душу, при ней не оговариваться. Она молоденькая. Она сейчас в Москве. Она настоящая христианка. Настоящая. Она сейчас там с сестрой Катерина. И вот сестра ей говорит, да как же так жить-то? Ты как пуританка какая. Во всем отказываешь себе. Все время надо молиться, тебе надо свидетельствовать. Но понимаете, это золото. Я, наверное, хочу, чтобы мне была возможность с братьями пойти на благовестие. Ну, я-то слышал раньше у нее пожелания, я отказал. Только из-за того, что увидит дурной пример у нас. Мы ее соблазним. Так помолитесь крепко, Любовь Николаевна, чтобы тебе Бог дал замену. Во всех позициях тот человек нужен здесь. Просто нужен. И просится сам. Не уговариваем, ничего. Так, кто что в ответ хочет сказать мне? Давай. Я хочу сказать в ответ то, что действительно Катя очень хороший и верующий человек. Искренне верующий человек. Я в лагере второй год работаю, легче, чем с Катей, не работалась ни с кем. Она не конфликтная, совершенно. Я думаю, Надежде Васильевне с ней будет очень легко жить. Она очень послушная. Знаете, не лукавая, не отлынивает от работы, но это очень важно, когда живете вместе. Она будет вам помощницей и правой, и левой рукой во всем. И поводиться с детьми, когда уезжаете где-то что-то, она на все вот тихо-тихо делает. Она в своем роде красавица. У нее намного ниже пояса коса висит. А я всегда к косам был неравнодушный. И вот знаете, она часто задавала мне вопрос, а почему молодежь в вашей общине не идет на благовестие? Вот скажите, что я могу ей ответить? Я говорю, ну семья, но я не говорю о тех, которые семьи и с детьми, с маленькими. Я, говорит, вижу, но у вас много молодежи и студенческой. Те люди, которые не женаты, не замужем. Почему они не идут на благовестие? Вот, то есть вот вопрос. Этот вопрос ко мне, что я могу ответить? Не хотят? Конечно. А что я могу ответить? За кого я могу ответить? Ты не идешь, я считаю, ты просто не хочешь, тебя не побуждает Дух Святой. Не побуждает тебя не слушать Слово Божие, оставаться на занятии, не иметь этого общества какого-то. Хорошо. Есть пакет документов Яровой, который сегодня ловит этих проповедников, душит буквально налогами, жуткое дело. Но у нас, мы зарегистрированы, документы есть. Как только членом она общины станет, официально принято на собрание, там все это дело, мы выдадим ей документ. И нас никто не трогает. Мы наши ходят, наших никто не трогает. Я говорил, кто будет ходить на благовестие, хорошо слушайте меня. Я когда беседую с мусульманом, у меня три слова табу. Табу это запретное. Аллах, пророк его, как считает, Мухаммад, и священная книга для мусульман Коран. Три слова никогда не произношу. Я проповедую Бог. Троица. Святой наш Иисус и Святой Евангелие, Святая Библия. Вот это главные слова, которые мне Бог повелел делать. Идите, проповедуйте Евангелие, не другую книгу. И поэтому, кому мы даем документы, вы все дадите слово. Нигде не нарушать это. Нет, иначе мы дать не можем. Потому что это уже община, на общину накладывается штраф, я боюсь сказать, до 1 000 000. То есть здесь полностью будет под корень.
Говорит, петух еще не проповед, мы от тебя отрещемся, если ты будешь нарушать этот. Ты дал слово, дашь слово в письменном виде, подтвердишь, что ты не будешь выходить за эти рамки. У нас Евангелие с благословением патриарха Кирилла. Еще не даете и говорить, и призываете, можно дать на нашей визитке и сказать. Сказать о Христе, о спасении, о любви Его к роду человеческому, к нам и все остальное. Я говорю, мы живем тут. Не затрагивать никого никак. Это прошло время, мы говорили, где-то дискутировали. Нам помогают. Нужно увидеть в этом положительное, чтобы мы никуда не отвлекались. Не затрагивать. Кто-то будет подбивать тебе, священники такие, эта тема не касается, скажи. Найди хорошего и продолжай дальше говорить о Христе. Хорошо меня поняли? Кому дали, мы в описанном виде дадите расписку. Так, я не превысил свои полномочия? Правильно это будет? Все правильно. Вот видите, я обращаюсь к юристу. Юристу, которого знают, можно сказать, во всей стране и дальше. По закону. Никита приезжает к седьмому. Он ссылается на то, что работать нужен Игорю. Правильно он говорит? Ну, это наше дело с ним, так что мы тут разберемся. Ну да. Но он говорит, чтобы мы заранее он говорит, что примите меня, не примите, о работе ему что ответить. Дальше. Ничего вообще даже. Вы знаете, у меня вот самая маленькая пенсия. И сколько советуют пойти, что-то где-то ходить. Я один раз пошел, не в те двери два раза сунулся, я ушел, махнул рукой. И какое чудо Бог делает. Вот, ну, скажу, 20 тысяч кто получает пенсию? Поднимите руку. Первую группу получает у нас один. Нету. Инвалид, ну и так далее, то есть меньше 20 получаю, все остальные 20. Меньше 20. Вот смотрите, какие расходы. У тебя? У меня 15. Это не 20, я говорю, у кого 20 поменьше. Мне не надо знать даже, я просто хотел сказать, что у меня меньше всех, меньше моего, я уехал, когда потеряю, получил, сейчас даже не знаю, сколько получает, 6523, у кого столько? У кого меньше? Ни у кого нет. То есть я сам на самом низу социального обеспечения. И расходы. В прошлом году через мои руки прошел Потеряевки, инфраструктуру, пруды, дорогу и прошло 460 тысяч. Я думаю, даже которые у нас живут и зажиточные, как считают, то и это деньги тоже, да? Нынче у меня, тут совсем что прошло, 777 тысяч. Через мои руки. Вы понимаете, что вещь совершенно невероятная. У меня ничего нету. И при том, в эти деньги, которые вложены, я нигде не просил ни рубля. Добавить нужно. Не просил нигде ни рубля. А вот как с неба Господь опустил, как вот этот дом. Перед нами лежат книги. И в интернете все говорят, вы знаете, его ЦРУ снабжает. Вы понимаете, что такое издать такие книги? Действительно, сегодня издать невозможно. Вот этот комплект полный. Вот только что вчера сообщили, две посылки дошли в Испанию. Вот это, 750 евро, запомните. 1000 экземпляров. Сколько? 750 тысяч евро. Умножьте на 70. Вы понимаете, речь-то идет. Полмиллиона. Ужас. А? Полмиллиона. Так, ты в уме или нет? 750 тысяч умножь на 70. Я головокружительная цифра. Это на сегодняшние деньги. Но цена не меняется. И понятно, что люди удивляются. Я хочу просто похвалиться милосердием Божиим. Как у Бога все вымерено. Я не стремлюсь. Когда я работал на корабле, это остался в Латвии, там не найдешь где еще. То есть все разбросано где-то. И я по ставке сторожа пенсию получил. И как Бог показывает, если ты мне доверяешься, тебе об этом не надо будет заботиться. Дальше. Вы знаете слово Иегова? Это Бог открылся. А как тебе имя Моисей говорит? Он говорит, сущий Иегова. Оспаривается, что Иегова неправильно. А Яхва. Сегодня говорит, не Яхва, а Иегова. Ну, что-то такое. А почему? У евреев нет гласных. Гласных нету. Ну, по-нашему, Надя. А там Энда стоит. Догадайся, что? По смыслу, если гласное впереди есть, то точка какая-то стоит там или еще точка рядом стоит. Я смотрел это дело. Нету гласных. И в Библии нету. Вот почему так произносится по-разному. Это и понятно. А почему? По смыслу пойми, о чем говорится. Ну вот
напишите предложение, я тебе скажу, мама там, с тятей, с папой меня любят, но и наказывают за проступки. Гласные выкини, и пускай люди восстановят русские. Ни навыка, ничего нету. И поэтому имя Божие изображается, когда где-то буквами-то, а его произносить еще нельзя, они там черточку пишут, БГ, БГ. Ну вот я сказал Катя, КТ стоит, а что такое, КТ это может там кот, что угодно. Ты должен догадаться, нету гласных вообще, вся Библия написана, ни одного гласного нету. Какой труд-то люди приложили, чтобы, вот тебе и Масареты. Вот, Иерушалайм, это Иерусалим. Иисус еврейский, Иешуа. А что-то шише везде. А такой язык. Вот как латышский С везде. Вот. Я, допустим, Игнатий, Игнатис, Тихона, Делс. То есть сын Тихона. Везде. А это ше. А мы получили от греков, которые взяли от евреев. А у них в алфавите ше буквы вообще нету. Нету. Со мной жил Вася Плотников. Он на греческом разговаривает, я говорю, напиши, святая Шушаника, он святая написал по-гречески, а Шушаника я не могу написать. А почему? Да как буквы Ше у нас нету, это такая Шушаника есть святая. Нету. И понятно, Иисус, это мы получили в греческой транскрипции произношения. Но молиться Господи Иисусе Христе, говорит, Господи Иешуа, я уже не смогу. Поэтому я как научен так. А почему не Иисус, а Иисусе? Раньше существовал звательный падеж. У нас 6 падежей, а было 7. Звательный Иисус Христос. А тут Иисусе. И поэтому, когда писали, говорит, ей гряди, Господи Иисусе. У нас в Библии. И сохранился вот этот еще адрес церковно-славянского языка. Поэтому не удивляйтесь, что, ну никак, если Екатерина, то у них Екатерина, но это уже звательный. Это 7-й падеж был, его постепенно потеряли, и где никак. Мы его не знаем. Так, и тут по самому малому уже хотел сказать. У нас тут чайники ставят. Я гляжу, чайник включен, а никого рядом нету. Большая просьба. Здесь написано, топящихся печенье оставляйте без присмотра. Чайник не оставляйте. А он сам выключается. Так, забудьте эти слова. Уходишь, выдерни из розетки. У меня плитка сама выключается. А теперь сама включается. У нас потеряли кадемил, пчел держал. Ну и купил прибор, наставил, насколько пчелам нужно, допустим, 3 градуса тепла, он поставил. А она в это время разогрела его под 35-40. Все пчелы вылезли, все погибли. Вот приехал, все, матрасом услано. На технику не надейтесь. Дома когда ты. И мы взяли за правило, уходя из розетки выдергивать. Это техника. Даже в ракетах и то бывает часто не включается или где-то. Я считал у американцев, у них, говорит, 16 предохранителей было, чтобы не случилось. И во время полета 15 горели, на 16 остановилось. То есть была бы, было крушение и трагедия. Так, значит, я просил вас молиться, чтобы подготовиться к декабрю месяцу, чтобы человек этот приехал, и мы не были для него соблазном. Я вас спрошу, кто согласен молиться? Слава тебе, Господи. Понимаете, меня с утра до вечера звонки тревожат. Помолиться. И вот кто с нами жил, те знают, мы мгновенно все бросаем. У меня люди пришли, они ненадолго, и в это время звонок. Жену повезли в роддом. Мы сразу мгновенно становимся, ты была, знаешь. Позвонили, мы сразу же становимся на молитву. Только я запустил, сейчас звонили, такое, сразу на молитву. Вот так приучитесь, что мы нужны, мы являемся скорой помощью в духовных делах. Если к тебе никто не обращается, это ненормально. Люди должны знать, что здесь есть страж Дома Господня. Вот что я вам хотел сказать. Поблагодарить будете, когда молиться, чтобы Господь воздал милостью всем, кто помогает нам. Видите, помогает как? Вот к нам... Потеряевку приехал, один машину оставил, уехал. И там остатки там продавал, пока приехать. И не мог. Вчера сообщает, выезжаю. Выезжая, прохода уже Потеряевку нету. Снегом засыпало. Он позвонил нам, батюшка, как? Ну, как-то усмотрим. Или до весны поставить машину здесь. Вы знаете, лагерь расформирован. Но мы купили там нынче минимум 4 домика Потеряевки. Какие расходы-то? Теперь ремонты везде делать. Дети будут.
уже сегодня набирается, но нужны будут в каждом доме те, которые будут готовить и прочее. А дальше занимаются воспитатели на территории лагеря и все. Спать здесь, обедать здесь, и никакой Роспотребнадзор к ним не имеет отношения. Если не придумать новые какие-то законы. Так что мои лагерные дети, они не выброшены. Чужой лагерь. Ну, мы не согласны, чтобы он поехал, либо ничего не научится. Вот ко мне вчера зашел один человек, ну, то есть он много ходил по разным сектам и говорит, вот сейчас такая тут идет, все буквально разрушается, что нужно непременно всем ехать в Израиль. Только там спасение. Я должен показать. Я говорю, откройте Исаия 13:14, написано, и каждый побежит к своему народу. Ты еврей? Тогда вопрос другой. И то еще тебе подумать надо. Там будет главная битва Армагеддон. Тебе надо это или нет? Там все будет испепелено, там камень будет плавиться. Мы сегодня говорим о войсках, большая армия у Китая. Но я не знаю, откуда это, но говорит, две тьмы, тем в откровении. Это 200 миллионов войск. Еще весь мир туда соберется? Или всех мобилизует? Китай один, говорит, сразу может под ружье поставить, сегодня же поставить 50 миллионов, свободно. А так 200 миллионов может выставить. Ну, на 2 миллиарда это вообще... Шикарно. Так что заблуждение масса, и к нам обращаются за помощью. Мы говорим по скайпу, я все это выставляю. Вы заходите на наш канал, это школа. Вот одна говорит, я когда на вас наткнулась, я увидел какой-то дед там воршливый, я, говорит, сразу выключил. Но потом меня тянуло и тянуло туда. Я, говорит, туда зашла, и что со мной сделать, я, говорит, сейчас не знаю. Двух сыновей дала в семинарию, сейчас я их оттуда забираю. Мне, говорит, это, я понимаю, что ничему не так. Я говорю, вы опоздали. Сына берут в армию, сам подал заявление. Ты можешь его не получить. Есть альтернативная служба. А теперь, говорит, я, говорит, дома только сейчас готовила, говорит, и сижу, говорит, каждую минуту отдаю вашему каналу. Вот такое оно имеет свойство. Вначале так, а потом так. Так что Бог нас все это сохранил. Неприятелей много, но почему-то Господь так сделал, слышал молитву, они почти все утихли. Никого нигде нету. Большую роль сыграл здесь митрополит Сергий. Когда его запросила Русская народная линия, он такой прекрасный дал отзыв, что никаких у нас нарушений нет, ни канонических, ни догматических. Мы имеем общение со Вселенской Церковью и с ними через местную митрополию, ну и прочее такое. Видите, как Бог сделал, как все вдруг переменилось. Какой до этого был епископ, какие на нас были слова, дела. Сейчас все совершенно по-другому. Так что переходите на вторую ступень. Благодарите, что у нас такие средства. Я всегда говорю, Господи, прости меня, что я скажу так. Ты, Боже, не ошибся, что меня избрал на финансовые дела. Ко мне ни один рубль не присох. Ни с какой стороны. Никаким образом. И я благодарю Бога за это, что Он дал такое чувство, что я в деньгах вообще не понимаю. Сейчас бы ящик долларов или золота. Я вообще не понимаю. В деньгах ни стоимости, ничего. Но нигде рубля зря не отдам, вы знаете. Почему жена прозвала меня великий экономист? Чтобы Бог это сохранил. Потому что когда что-то есть, и ты правильно пользуешься, ты можешь быть передаточным звеном, как апостол Павел. Пойти в нуждающимся в Иерусалиме, вдовам, сиротам и как-то помочь. Ну вот я считаю, что меня Бог избрал на это. Я же говорю о многих миллионах, которые прошли через наши руки. Ну вот у меня все. Спасибо, Христос. Я хочу вернуться к Майке. Назидание в том, чтобы учить детей языкам, это одно. Но кроме того, сейчас трудно найти какую-либо вещь в магазине без какой-либо надписи. И это не случайно. Это подготовка. Это подготовка общественного мнения, что это хорошо и что это нужно. Это всем, все так делают. И потому одевают, не разбираясь, что там написано. Потому что следует моде. У меня папа любил говорить, показал бес моду, а сам в воду. И ты следом за ним в воду, в этот омут. Так что вот с этой стороны еще нужно посмотреть. Нужно все-таки выбирать эту одежду без надписей. И если уж есть надпись, то ну, чтобы там она знали, что там на ней написано. Разумно ко всему нужно подходить. Потому разум это... Один из самых главных талантов, который дал нам Господь.
Даже читаем Библию, и говорит Господь, ты мне не говори, что ты вот там написано, а ты дай мне разумение того, что написано, того, что ты прочитал. А для того, чтобы разуметь, нужно читать святых отцов, нужно оставаться на занятия и изучать это толкование, к чему и призываю. Значит, следом у нас пойдет что? Песнопение, занятия. Песнопение, трапеза и занятия. Да, трапеза и занятия. Достойно есть яко истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем, и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну вот объявили, еще ж поздно так говорили. У Фроси был вчера день рождения, так что многое лето есть, поем. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето в послушании Богу, родителям и мужу в будущем. Аминь. Если будет. Это мы.